В нашей ситуации большое подспорье – это, прежде всего, установленные камеры видеофиксации на улицах города Анапа. Вот. Благодаря видеофиксациям большая часть вот, ДТП, где водитель автомобиля скрылся, мы устанавливаем личность водителя, да, и транспортное средство по видеофиксациям. Вот. Могу на примере сказать, что буквально недавно был случай, когда водитель, первоначально был не установлен автомобиль, на парковочной стоянке производил маневр разворота, движение задним ходом, и допустил столкновение с припаркованным автомобилем. При этом водитель, не останавливаясь, с места происшествия уехал. Благодаря установленным видеокамерам на данной площадке был установлен автомобиль, допустивший контакт с припаркованным автомобилем. И дальше уже было, как говорится, дело техники. По данным госзнаком автомобиля был установлен владелец данного транспортного средства. Ну и не составило труда установить водителя.